Дорогая церковь, я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Это слово на каждый день. Я хочу, чтобы вы утешались Господом. И я хочу вам прочитать 36-й Псалом с 3 стиха. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как в полдень. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему». Вы знаете, это потрясающее слово Господа о том, как мы должны утешаться в это непростое время, как мы должны двигаться в Его силе, в Его помазании. Мы должны уповать только на Господа, смотреть только на начальника и совершителя веры и двигаться Его путями, Его утешением, Его пониманием, Его силой, Его благодатью. Господь говорит в Иоанна 3:16, «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы имеем жизнь вечную, мы имеем славу Божию каждый день, в каждом дне. И я хочу вас ободрить и сказать, что в это непростое время двигайтесь любовью Христа, двигайтесь Его упованием, утешайтесь Господом, поднимайтесь к Господе, преображайте в Господе. Господь грядет, скоро придет наш Спаситель. Маранафа, Господь грядет.